обходит всех. И Зернов поддерживает Лайпциг. Отдавал передачу Никонцев. Выручил Смит. Мы говорим, что не всегда Смит действует уверенно в ситуациях простых. Но вот несколько раз в сложных моментах спас. Бросал, но и спас, соответственно. Джереми Смит, хорошее спасение. Вот Лайпциг, вот побежал, ложный замах и, конечно, скидка назад. Еще момент. Шайба у Нестерова. Опять он центр притяжения. Нестеров. Акулов. Рикошет. Шайба. Шайба не заползает в ворота. Но мы видим, когда и Кошечкин вроде бы уже отыгран. Фарт рядом с ним. В его щитках и в его ловушке. Удивительный шанс ЦСКА. Вот на льду как раз. Ну да, действительно. Пока даже не по игровому времени. Бросок Колидова, добивание и Кошечкин. Что творит Василий Кошечкин? Вот это спасение! Невероятный сейв. Но СКА должен совсем скоро себя обрести. Очень трудно представить, что СКА совсем ничего не создаст. Гусев! Неужели Данск выручил, задрав ногу? Куда шайба попала? Неужели в эту ногу попала шайба? Сейчас будем смотреть повтор. Ну вот второй очевидный момент у СКА. Очень хороший. Конечно, вот сейчас, знаешь, как в тире, если честно. Магнитогорцы. И вот опять все эти набросы пока успевают перекрыть все линии броска. Вот сейчас, ой, как красиво! И непонятно, как Голдобин не завез эту шайбу у ворота. И как все здорово магнитогорцы закрутили. Вот здесь Голдобин. Коростылев, какое оставление. И вот здесь не совсем подстроился. Ну и молодец какой Пэрис О'Брайен. Именно его клюшка помешала Николаю Голдобину отличиться. И вот здесь потом фалит Тайлер Мун. Поработать Грубецу не дают. Ой, классный какой перевод! И! Ай, да Грубец! Как он вытащил этот бросок Джордана Уилла! Непонятно! Сумасшедшее спасение вратаря авангарда! Позволяя Василию Кошечкину вступать в игру и не фиксировать счет. Вот здесь опять. Металлург в атаке! Какой сейвища! Какое спасение Романа Вилла! Фантастика! И магнитка хороша в атаке. Ну и Роман Вилл оставляет, конечно, трактор на все 100 в игре. Сейчас 0-2 пропусти. Ой, как было бы непросто челябинцам. Прилег на лед, чтобы оставить шайбу в зоне. Нестеров! И Паскуале просто вынуждена отбиваться. Вальбург на дальнюю! И Паскуале! Сирена говорит «Да!» Болельщики требуют крови. Благодаря только героизму Паскуале. Ярославцы держались, а вот додержались ли они? Вот это вопрос. А точно не было так? Станислав набирает. Гол и 6 передач на его счету. Мы теперь ждем определенного всплеска, потому что... Разрыв сократился. Ой, сколько же отскоков сегодня. Разрыв сократился, так что нет смысла беречь силу и нет смысла экономить перед следующей встречей. Как дотянулся Галкин до этой шайбы. Клюшкой ее остановил. Посмотрите. Оп. Иди сюда. До свидания, Николай Голдобин. Она моя. Где выручил, там выручил. Большой молодец.